Гульвейк. Ты слишком рано покинула этот мир. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвейк зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвейк воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу! Магия Гульвейк не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын. Я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали 3 кости, милый Гульвейк, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвейк вознаградит тебя. Резец уже рядом, за этими вратами. Вперед! Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слышишь? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. Это за резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина.
Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Убил его. О, нет, он упал на деревню? Да, когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно, но на самом деле мерзавцу повезло. Пойдем. Вперед! Я уже готов. Оборотень. Опасный зверь. Убьем его вместе. Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. У великана первый.
боюсь, заперто магией. Ну вот, ничего не вышло. Брат, гляди, кристалл снова сияет. О, отличный ход. Спасибо тебе, его идея. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Крепко заперто. Дальше. Вот он. Найди кончик резца. В нем вся магия. Враги. Атакуем? Слева оборотень!
поискать. Зачем тут световой кристалл Альфхейма? Застывшая смола мирового древа. Удачно. А вот и основа для кристалла. Но как его спустить? Трей, за мной! Твари! Скажешь? Приемлемо. Отец, подойди.
прочесть можешь? Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. Отец, посмотри наверх. Можно пройти?
Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сэр. Готов. Это твой шанс!
Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему добро. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Бедный Фафнир. От амбиций до алчности всего один шаг. Сегодня я художник. Отличная вещь! Я плохого не посоветую. Попросите. Носите аккуратно. Великолепно! Прекрасно! Плохого не посоветую. Это великолепно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так, не берите в голову. Да, да. Великолепно! Отличная вещь! Уж я-то плохого не посоветую. Плохого не посоветую. Это великолепно. Прекрасно. Стесняюсь попросить. Носите аккуратнее. Но это я так. Не берите в голову. Да?
было что-то еще. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Ну, для заснеженного трупа. Смотри-ка. Смотри на это. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю.
Соберись! Ой, это я почувствовал. Покажем гномам. Путники. О, мерзкие. Вонючие, покрытые мелкими тварями. Но броня роскошная. Попробуем сделать из нее что-нибудь более чистое. Да? О, хорошо. Где? Великолепно. Я-то плохого не посоветую. Носи на здоровье. Я попросил. Носите аккуратнее. Плохого не посоветую. Стесняюсь попросить.
великолепно! Если ты не спешишь... Бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Thank you.
Что теперь? Еще кристалл. Дай знак. Вышла. Да уж, и правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыть толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. Нет, пол обвалился. Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Сын.
Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим, ясно? Напиши. Вар, хауст, ветур, сумар. Не-а, неправильно. Напиши. Хауст, сума, вар, вету. Да! Атрей, то слово. Фола, значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень! Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова, как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень...